Среди контрактников, отмечают в Минобразовании, наиболее популярной остается специальность права. Вторую и третью строчки в рейтинге занимают менеджмент и финансы, банковское дело и страхование. В тройку специальностей с наибольшим объемом бюджетных мест вошли специальности среднее образование, медсестринство и электроэнергетика, электротехника, электромеханика. Напомним, в этом году впервые реализовывалась модель адресного размещения государственного заказа для поступающих в вузы для получения степени бакалавра, магистра, специалиста медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений на основе полного среднего образования. Эта модель, считают эксперты, позволит реализовать принцип «место идет за студентом» и на 25% по сравнению с прошлым годом увеличить количество бюджетных мест в университетах, куда стремились поступить абитуриенты с самыми высокими баллами. А электронная система обеспечит независимое и справедливое распределение бюджетных мест на основании конкурсных баллов и приоритетов абитуриентов.